Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Saint-Tropez RP Mobile. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем с вами заниматься нашей новенькой машиной, а именно Hudson Hornet 1952 года. Ребят, этой машине уже почти 70 лет, это реально очень сильная старушенция по меркам вообще игры и вообще по меркам жизни машины, потому что, ну, она реально очень старая, и она известна тем, что она была машиной из мультфильма «Тачки». Наверное, многие помнят, такая машина была именно доком Hudson. Конечно, чуть-чуть я ее сейчас потрепал на дороге, но когда мы поедем ее перекрашивать, я ее починю. Потому что сегодня я решил все-таки ее покрасить в цвет дока Hudson из мультфильма «Тачки». Я думаю, что у нас это получится, но нам главное сейчас отправиться до покрасочной. Нам ехать 4 километра, но я думаю, в принципе, эта машина справится с таким путем, потому что она как бы вся находится в нормальном, точнее, в отличном состоянии. То есть, вау, я даже не видел этого чувака, капец. Но я думаю, что у нас все получится реально с этой машиной на ура. Поэтому обязательно, дорогие друзья, переходите по ссылочке в описании и качайте игру Saint-Tropez Mobile. И вообще, у меня вопрос, почему вы до сих пор не играете в нее? Многие подписчики давно уже играют в нее, но почему-то все равно я вижу тех людей, кто напишет: блин, прикольная игра, но я не играл. Почему вы это нереально еще не сделали? Обязательно переходите по ссылке прямо сейчас и качайте, играйте, потому что игра очень клевая и, ну, прикольная. Мне она безумно нравится, я думаю, и вам она должна зайти, потому что в ней есть все абсолютно. Игра идет на базе GTA San Andreas, только на телефоне. Чтобы в нее поиграть, вам нужен просто Android-телефон. Если у вас Android, то все, качайте, проблем вообще не будет. Хоть Honor, хоть Samsung, хоть Huawei, разницы абсолютно нету. Просто скачали, запустили и начали в нее играть, потому что игра просто пушка, и вообще все в онлайне клево делать. И вот такие вот там чуваки, гонки, там можно с кем-то погонять, там на машинах, и это круто, реально, игра стоит своих денег. Вот видите, еще тут какие-то чуваки меня будут толкать. Но это нормально, как бы это онлайн, и много игроков, которые... Оу-оу-оу-оу, аккуратненько. Вот это я, конечно же, даю, конечно, жару, но давайте ехать все-таки нормально. Я надеюсь, что я больше не буду ее так сильно бить до езда, но все-таки давайте посигналим теперь. Пик-пик, посигналили, нам открыли КПП, и теперь мы едем дальше. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо, и мы доедем спокойно до... собственно говоря, место, куда нам нужно ехать. Так, давайте посмотрим по карте. Нам нужно будет ехать по дороге прямо-прямо-прямо, и все отлично будет. Конечно, у нас дорога такая зигзагообразная. Мы на ней уже в прошлом ролике ездили, но я думаю, что и второй раз сможем проехать на ура. Потому что, как вы помните, в прошлом видосе сервак отключился на переработочку. Там такая ночная штучечка есть, когда, в общем, ребят, ночью всегда сервера там перезапускаются, исправляют всякие ошибки. И вот я в такой момент зашел в игру и снимал видос, поэтому я не успел покраситься, и это делаю сейчас. И сейчас мы будем реально делать из этой машины дока Hudson. Его сделать абсолютно легко, просто нужно поставить синий цвет на тачку, и все. Ноль проблем. Это самое легкое действие, которое может быть вообще. Поэтому давайте мы дальше отправляемся. Сейчас едем в далекие края. Вот по таким прекрасным ландшафтам. Тут реально очень красивые горы в игре, и вообще все суперски. Кстати, мне можно ли через гору это сделать? Кстати, а почему бы и нет? Мы срежем неплохой кусок пути. Реально, дорога зигзагообразная, а тут мы просто выйдем и все. Абсолютно спокойно через дорогу, по прямой, по туннелю. Угу, какой туннель. Реально, как будто мультик «Тачки». Окей, ладно, давайте. Плывем просто, как будто реально плывем. И смотрите, мы изи срезали огромный путь. Просто огромный путь. Теперь налево и опа. Ну да, чуть-чуть покоцаем машину, но это нормально, потому что мы ее уже коцали, и надо аккуратненько. Тут только такие игроки у нас летают, что мы можем свалиться в реку, и будет очень плохо. Поэтому давайте лучше доедем без изъянов, спокойненько вот так вот доедем. И сейчас нам нужно будет куда-то съехать. Оу, тут как-то нам нужно поехать немножко в другую сторону. И
вот таким вот образом. Как же она тяжело прет в гору, ну потому что она не приспособлена для такой езды. Но все-таки мы приехали к месту, где мы можем это сделать. Но теперь нам нужно найти, собственно говоря, въезд в такой вот тюнинг-ателье или там такое место. Как же я ее сильно разбил, пока я ехал сюда, пипец просто. Но уже мы в пути, и это означает, что в скором времени она уже будет в нормальном состоянии. Так, мы подъехали, ура! Просто давайте порадуемся за машину, и вот она покрасочная. Так, у нас тут что? Чип-тюнинг, но, по-моему, нам чип недоступен в этой функции. Тут, по-моему, нельзя чиповать. О, можно чиповать тюнинг, серьезно? Офигеть, давайте движочек там и сделаем нормальный. Ну-ка, давайте... А, вам недоступен данный вид улучшения, почему это? Так, второй уровень мы за 180 тысяч купили. Давайте движок тоже на 200 тысяч сейчас потратим. О, жесть, что я делаю? Так, давайте тормоза тоже прокачаем на 150-ка. А потом дальше что? Двигать шины. Давайте шины на 25 тысяч увеличим. Потом турбонаддув мы увеличим. Давайте на 375. Нет, нельзя. Ну, давайте хотя бы на 180. Так, на 180 прокачали. На 375 нельзя. Окей. Ладно, трансмиссия. До какого уровня можно ее прокачать? Ну, на 180 тысяч. Давайте. Так, ребят, вложили почти миллион мы в чип-тюнинг. Теперь тачка должна идти пободрее. Это реально будет Док Хадсон, который может еще подвесочка. Чего? Может еще подвеску сделать? Данный вид недоступен для этой машины. Окей, понял. Хорошо, хотя бы надеюсь, покрасочная доступна. Чего? Нет? Как нет? Я сейчас буду аж шокирован просто. Подождите, как нет? Серьезно? А где мне тогда покрасить машину в цвет Дока Хадсона? Автосалоны и автосервисы. Давайте глянем. Так. Ну, придется ехать в другое немножко место. И надеюсь, оно будет не так уж и далеко. Ребята, тут, короче, я не могу покрасить машину, потому что поэтому мы отправляемся в чуть-чуть в другое место. И машина стала намного быстрее ехать. И я думаю, мы теперь в два раза быстрее доедем до пункта назначения, а именно до покрасочной Сан-Фьеро. Поэтому давайте будем подтапливать и просто лететь навстречу к автосервису, чтобы ее, конечно же, сделать. У нас, как видите, двери летают, мы как будто Бэтмен, у нас как будто крылья у машины появились. Это, конечно, смотрится не очень, но лишний раз чинить до покраски это вообще бессмысленно, я считаю. Поэтому придется чуть-чуть потерпеть. И оу, что только не переворачивай, только не переворачивайся, бро. No. Фух, ребята, вот это да, я чуть-чуть бы и уже перевернул. Уже у нас дымит двигатель, а это означает то, что нам нужно ее уже скоро чинить. Она в неисправном состоянии находится, еще чуть-чуть и будет пипец. Кстати, в горку она уже едет намного лучше, и это означает то, что тачка готова к реальным гонкам с подписчиками. Поэтому, ребят, заходите, я думаю, можем погоняться. Кто-нибудь сделает тачку Маквина, кто-нибудь Метро, и так вот сделаем такие гонки из тачек в GTA Сан-Тропе RP Mobile. И это круто, так. Я думаю, что осталось уже совсем чуть-чуть ехать. Тут вот спускаемся по улице. Ой, какие дороги! Аккуратненько. И теперь поворачиваем направо, и я уже вижу красный маячок нашего автосервиса. Надеюсь, там я реально смогу починить машину, точнее перекрасить, потому что я уже устал ездить. Фух, давайте понадеюсь, что тут реально можно это делать. Просто вот всеми силами надеюсь на это. Сигналим. Фух, ребята, так, мы приехали, и теперь нужно нажать, используйте сигнал для вызова автомастерского. Так, покраска кузова, фух, наконец-таки, нам нужен цвет, к примеру, 125, это у нас синий цвет идет, давайте напишем 125-25, и вот так вот должны покрасить. О, это тот цвет, ребята, это то, что нужно было. Офигеть, я просто удивлен от того, что у нас получилось. Это реально то, что нам нужно. Ну-ка, давайте выйдем и теперь попробуем выехать из станции техобслуживания и попробуем покататься. Опа, нет, чуть-чуть его позаморал, но аккуратненько давайте. Так, блин, вот ё-моё, ну что ж я такой неаккуратный, не знал, как отсюда выезжать. Ребята, посмотрите, это Док Хадсон, дорогие друзья. Это реально Док Хадсон из тачек. Теперь можно ездить на нем и говорить, что я реально тачка из мультфильма «Тачки». Вот это да, вот это прикол. Но я считаю, что тюнинг абсолютно клевый, и машина смотрится реально теперь как Док Хадсон. И это вот прям клево. Вот мне безумно лично вот мне нравится. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте
ставьте пальчики вверх, не забывайте переходить по ссылочке, качать Saint-Tropez RP Mobile себе на телефон, а также посмотрите ролик из первой ссылочки в описании. Это очень важно, потому что каждый из вас, кто любит мой канал, кто уважает меня, должен посмотреть этот видос чисто для поддержки меня. Это очень важный видос, я над ним очень старался и хочу, чтобы много людей его посмотрело. Воу-воу, как же он сильно уже стал лететь. Я очень сильно прокачал его мотор, что машина стала очень быстро, и я прям не справляюсь с ее управлением иногда. Мне кажется, это быстрее, чем Porsche. Поэтому, дорогие друзья, вот так. Кодовое слово в этом ролике пускай будет ноутбук. Все, кто напишет слово ноутбук, обязательно попадет в мое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личий, и всем до скорых встреч!